Так, но ты точно уверен, что это тот самый водоем, в котором год назад обитала всякая чертовщина? Да не уверен, а точно. Это тот самый легендарный водоем. В нем обитал и мегалодон, и мезозавр, и какой-то хрен с щупальцами. И, по-моему, сюда еще падал вертолет, если я не ошибаюсь. Именно, и почти что год здесь ничего не происходит. Поэтому мы сегодня спустимся на дно. На дно, а ты уверен, что это хорошая идея? А что, блин, уже почти год ничего здесь не происходит, блин. Может, здесь что-нибудь на не завалялось, например. Так, ну вода такая уж себе, ну чуть-чуть холодненькая немножечко. Ладно, я под воду. Я там что-то вижу. Ой, что-то мне плохо. Блин, да где этот хрен? Где он потерялся? Ё-моё, я уже здесь минут 20 стою. Никого не наблюдаю. Так, все. Так, нужно с машины взять кислородный баллон и вперед. Так, где он здесь? Вот, отлично. Так, одену этот шлем и вперед. Ой, ё-моё. Так, пока что не буду плыть глубоко сильно. Так, пока что здесь буду. Вот мне вообще интересно, где он может быть-то, а? Если честно, какая-то вода мутная немножечко. Так, что там такое? Что там лежит? Какая-то бочка? Хм, странно. Так, нужно сейчас до нее доплыть. Так. Ай, так, еще немного. Ай, так. Да, вот какая-то бочка. Так, в ней что-то лежит. Так, отлично. Так, какая-то записка. Если вы читаете это, то, возможно, я мертв. Они вернулись. В смысле они вернулись? Когда я плыл на своем корабле, одна из морских тварей накинулась на меня. Я успел записать эту записку, когда был полумертвый. И обрывается. Все, больше ничего нету. Что это за фигня? Морские твари? Неужто мегалодон и мозазавр вернулись? Да не может быть, да это бред какой-то. Я так понял, кто-то плыл на корабле, и на него накинулась морская тварь, и его убила, да? Так, давайте сейчас на дно, давайте. Это корабль! Да! Это корабль! Определенно! Это палуба корабль. Это мой друг. Это бессмысленно. Так. Ё-моё, и что я здесь буду один делать? Это этот, блин, как его? Это тот, кто писал мне записку? Нет, я отказываюсь в это верить. Что это за звуки? А-а-а!